вниз, вертикаль, да, внизу или нет. Но там нет, по-моему, ничего уже не прошло. Да. В итоге 12-4 ей. Да, ну это, конечно, слабая оценка. Да, здесь... Ее больше не будем комментировать. Давайте посмотрим на эту девочку. Нина Деруэль, Бельгия. Самую сложную комбинацию показывает в финале здесь. О, прямым телом здорово. Она перелетела. Перелет Набиевой, кстати. Ага. Дальше. О, как сразу с поворотом Ткачева был. Вот у нас серия элементов это... была. Молодец. Поначалу мне она меньше нравилась, как только у нее сильная. В смысле, почище, как-то ли успокоилась. Поначалу мне не очень понравилось немножко... Стиль работы, я с вами соглашусь, да, и не такой прям аховый, да. Правда, по сложности она... у него действительно все супер. И... Взрослая гимнастка. Вот здесь вот где-то немножко грязи было достаточно, всегда видно на всех переходах. Ну вот, несмотря на то, что действительно по марке и ошибки небольшие были в виде разведения ног в каких-то элементах здесь, то есть, да, в базовой складка, сложности. Видите, складка, о которой я говорила, кто зрители на брусьях, на кладке складка такая. Да, которая помогает, удерживаться при всех этих резких перелетах, то, что там обрывает с невероятной силой. Там нагрузки внизу. Конечно, центробежные так летит. 6G как минимум. Да-да-да. Ну вот, переведи на... То есть переводить на ваши выжи, измеряем 6G. Очень-очень, ну, молодцом. Не очень облизано, но сделано. Потому что первую половину можно было щелкать и щелкать. Преимущество пару десяток сложности, конечно, у нее есть. Вот Фан Елин тоже, она делает такую же базовую трудность, да, как у Насти Линковой, 6,3, но делает чище. Ну, посмотрим, Лапуль. Давайте посмотрим. Опа, и со скука она хорошо. Ну, со скука это тоже все обладели. Я имею в виду лучшие исполнители. Всем так это не самое легкое. Ну, трудно сказать.